Раз, два, три. Ушла моя красотка. Раз. Так, самонастроечка. Три, четыре, пять, шесть. Продолжаем марафон благодарности. Привет, красотка. Я не знаю, как приветствовал вас Денис. Благодарен за эту возможность общаться с вами. Потому что у нас не было никакого, знаете, технического задания. За сегодня яркий день. Не сильно жарко. Что, кто говорит? За воду. Надеюсь, вы налили воду. Я просто скинула ему список вопросов. Мне кажется, главное в любых видео Саши. Воды да побольше. У меня фляга на 600 миллилитров. Начну с того, что мы наконец созрели для второй части наших ответов на вопросы вслепую. Но если по-серьезному. Привет, красотка с канала моей красотки. Это означает, что мы с Денисом получили список вопросов от вас, которые я просила вас задавать в Инстаграм. Приступим. Сегодня интересная тема. И мы будем на них отвечать по отдельности. Это вторая часть, сколько я понимаю. Собственно, все. Там вопросы, я их еще ни разу не видел. Давайте не тянуть и сразу же ближе к вопросам. Первый вопрос. Не смущает, не смущало ли тебя ваша разница в возрасте? Заметна ли она? Ну, в общем, чем дальше, тем разница меньше. Напомню, наша разница в возрасте 10 лет. И, наверное, если 17-летний Саша сказать, что у тебя будет в будущем мужчина, муж твой на 10 лет тебя старше, возможно, я бы удивилась, но сейчас, вот относительно нашей жизни... Саша взрослеет, я взрослею. Когда нам будет 90 и 100 лет, вообще, в принципе, мы такие выглядим, два старикана, и вообще нету, ну, непонятно, кто из нас старее. Я скажу, что эта разница незаметна, но не в том плане, что Денису сейчас так же, как и мне 23, а в том плане, что просто вот эта вот условность, да, возрастная, она как бы стерта. Я в целом-то не считаю, что возраст и цифры в паспорте что-то говорят за человека, зачастую нет. С самого начала, мне кажется, наоборот, вот эта разница меня даже привлекала. Можно видеть и взрослых, якобы уже сформировавшихся людей, которые не знают, чего они хотят, не знают, куда двигаться, абсолютно не умеют брать ответственность за себя, за свою жизнь и так далее. Почему-то мне казалось, что такая вот идеальная разница, вот уже потом, когда пройдет еще 5, 10, 20 лет, она прям классная. А могут быть и в 16-17 лет такие, знаете, очень взрослые, можно сказать, не по годам, подростки, как раз-таки, которые обладают вот такими качествами. Специально прям не искал, но... А вот как только мы познакомились, да, я чувствовала эту разницу, но в том, что просто человек для меня оказался настолько знающим, настолько мудрым и умным, что мне все хотелось узнавать больше, больше с ним общаться, больше в него как бы погружаться. Но, конечно, сравнивая со сверстниками, это было небо и земля. Что делать, если чувства в отношениях угасли? Если один из партнеров чувствует, что чувства угасли, значит, другой убавил огонек. Но я думаю, вообще во всех отношениях чувства угасают, потому что чувства — это же некая эмоция. Потому что это наша ежедневная работа, это действительно не какой-то самотечный путь, да? Но мне кажется, люди все больше к этому уже приходят, к этому осознанию, что любовь — это не про эмоции, постоянные какие-то новые вспышки и ничего более, нет. Любовь — это также и про труд, и про терпение, и про смирение. И, конечно, в самом начале всегда эмоции сильнее. Вспомните хоть что. Первый раз, когда съели какую-нибудь вкусную пироженку, тирамису, мы такие: о, это чудесно, это классно. Ровно так же, как ты добиваешься какого-то успеха в карьере, в должности, в учебе, в любых проектах. А завтра, если еще там 5 таких пирожных навернете, то от 6, скорее всего, там откажетесь. Точно так же нужно работать над отношениями, если, конечно, это человеку важно и нужно. Поэтому, наверное, чувства, что, во-первых, они угасают, и нужно просто это признавать. Поэтому здесь у меня будет однозначный вариант работать над отношениями еще сильнее, вкладывать в своего партнера, уделять ему больше времени, больше внимания, больше заботы. Короче, мне кажется, надо просто стараться понимать, что отношения — это не, даже больше не чувство, а это намного больше, чем чувство. Потому что помимо чувств в отношениях — это взаимопомощь, понимание, проводить время вместе. Для меня последний уже будет вопрос, последний там пункт, что это путь к разводу или расставанию. В общем, все в руках наших. Наши чувства. Просто так легче намного поступить. Легче бросить, легче начать сначала. Наша семья. И даже когда они угасают, где-то мы там расстраиваемся, ругаемся, я просто, ну, понимаю, что это временно. Мне как-то очень легко это понимать. И знаю, что через 2-3 дня снова будет ощущение, что ничего не угасло. Есть ли у вас четкое распределение обязанностей в семье? Ну, как бы нет. Ну, написанных на бумаге нет. Скажу, что, наверное, вот в некоторых моментах есть. Например, я не готовлю, Саша готовит. Верно, я больше отвечаю за готовку. Не потому, что есть какие-то тоже такие стереотипы: женщина, иди на кухню, а мужик зарабатывает. Нет, мы оба зарабатываем. Мы оба точно так же в быту. Что-то
там, я заказываю, что Саша не заказывает. Друг другу помогаем, везде на подхвате, но вот если просто в целом посмотреть, то я бы сказала, что я больше, конечно, отвечаю за готовку, за наше питание. Я там мусор выношу. Но вот что точно, к чему я не притрагиваюсь, это к выносу мусора. Не потому что я прям как-то против этого, просто Денис это постоянно замечает, постоянно убирает. Ну, по каким-то моментам есть, кому это привычнее, там, в силу любви к этому делу или в силу того, кому это легче сделать. Ну, мне кажется, не очень нормально, когда вот есть я, есть супруга, и чтобы она пошла там с мешками мусора, например, или пошла там заказывать какую-нибудь там воду на дом. Он всегда отвечает, например, за воду, чтобы вода была в доме. То есть это большие баки, ну, это такие мелочи, если это интересно. А так вместе мы ходим за продуктами. Может сходить Денис, могу сходить я. Ну, как-то вот так, не знаю. Можно это считать за распределение? Какой твой любимый цвет? Какой у Саши? Знаете, вот пока мы с Сашей вместе около 4 лет, у нее любимый цвет, наверное, раз 48 менялся. Это сложно, на самом деле. У Саши давайте, знаете, какой цвет сделаем? Ну, я бы ответила, наверное, белый. Давайте просто белый. Вот так вот, белый пусть будет, может, угадаем. А что Денис какой цвет любит, это вообще еще сложнее. Над своим я никогда не думал. А у него черный, наверное, я не знаю. Но пусть это будет, наверное, черный. Мне вот нравится, что такое черное, классическое. Интересный вопрос, как вы решаете ссоры? Как можно еще решать ссоры? Разговорами, долгими, душевными разговорами. Ну, мы просто там маленько поругаемся, я потом просто быстрее отойду. Выворачиваем душу наизнанку, потому что по-другому нельзя, по-другому не получается. Саша там что-то подольше в себя это аккумулирует, копит. А я как-то вообще, я через 3 дня, через 3 часа, даже через 3 дня вообще не помню о чем. И если Саша вспомнит там на следующий день или через 3 дня, ну, что вот там помнишь, что это так вот. Но никогда, это правило номер 1, мы не закрываем просто глаза на проблеме, типа, ну ладно, пофигу. Я просто вообще не помню даже суть. Я помню, что мы вроде бы как-то там поругались, о чем-то поспорили, я даже сути не помню. Просто время, оно само как бы решает. Если сравнивать с прыщом, да, ссору. Потому что ссоры, они обычно эмоциональные, они не на каком-то фундаментальной почве. Мы ее выдавливаем до конца. Сегодня вот пошли в этот караоке-будку здесь в Адлере. Чтобы гной весь вышел. И будет, да, больно, первое время будет неприятно. Что там произошло-то? Я уже не помню, что произошло. Ну, мы друг на друга так обиделись. Я говорю, ну все, сама давай отпой. Пошел там, сел на лавку, смотрю на море, чайка летает, что-то мне там говорит. Но потом заживает, и мы становимся еще в итоге ближе. И я такой, фоп, уже такой радостный сижу. И Саша выходит такой из будки, такой идет, такой сел там рядом, такой там еще сидит. Вы часто говорите, что мы там идеальная пара и никогда, наверное, не ссоримся. Ну, во-первых, я считаю, что ссоры это вполне нормально и адекватно для любых отношений. Важно то, как выходить из этого. Я думаю, в чем произошло вообще? Есть воспоминания, что мы когда-то где-то там давно поссорились. Я просто там в себе там взял, там положил на колени, и все, она расслабилась. Для нее важно после ссоры, чтобы я ее прижал к себе, сказал, да ладно, ты что там, что-то вроде было. Я не помню, конечно, ну, все будет классно. И вот так вот все решается. Кто больше проводит времени с Евой? Саша, конечно, больше времени с Евой проводит. Я бы сказала 60 на 40, где 60 мои. Ну, а я, мне кажется, провожу больше, чем средний муж в мире, в России, потому что нету такого пока, что я такой ушел там 8 утра на работу и приехал там 6:30 вечера. В этом случае, конечно, я бы еще меньше проводил бы, чем сейчас. А сейчас там в течение дня зачастую. И еще, наверное, важно, смотря где. Вот сейчас мы находимся в путешествии. Было время, когда мы были без помощи моей мамы здесь, то есть только я, Денис и Ева. И мы параллельно с нашим отдыхом, мы еще и работаем у нас, потому что работа в целом в телефонах, ну, в телефонах, в ноутбуках, то есть она удаленная. Поэтому мы делили день напополам. Например, первую половину дня Денис и Ева там гуляют, что-то развлекаются. В общем, он за ней, да, смотрит. Вторую половину дня Ева на мне. Няню еще не брали, поэтому как-то все своими силами. Хотели когда-либо развестись? Какое отношение к разводам? Нет, никогда не хотели разводиться, ну, я, по крайней мере, точно. Нет, мы никогда не хотели развестись. Вообще, мне кажется, очень полезное такое отношение к своему супругу, как к родителям. Вот у тебя есть родители, ты можешь их поменять? Нет. Я думаю, никогда не разведемся. У нас отношение такое, что выбор, он сделан. Если мы его сделали, значит, мы на тот момент все по-настоящему видели, без всяких преград, эмоциональных, там, рациональных, нерациональных. Я, конечно, понимаю, что это нельзя отнести абсолютно ко всем семьям. Есть семьи там, где, ну, развод это будет единственный выход из отношений, чтобы хоть кто-то там, например, из супругов не страдал. Когда мы, например, сильно ссоримся, я просто возвращаюсь и понимаю, за что Сашу полюбил, и как-то, ну, сразу все выходит. То есть не в данном моменте я прям такой кручусь, говорю, как плохо стало что-то. Но я больше за то, чтобы работать над отношениями, вкладывать в себя и в партнеры. Надо там кого-то куда-то менять? Нет, вообще такого нету. Ну, развод это, я не знаю, точка
максимально финальное, последнее, я не знаю, что должно произойти, что-то такое, что очень сильно нарушает принципы семьи. Чем дольше мы вместе, тем когда-то будет еще больше ссоры, больше непонимания. И главное, конечно, в отношениях это через такие периоды проходить, понимать, что они временные. Реально, все же волнами идет. И опять же, не может это произойти вот так. Не бывает так, что люди абсолютно в гармонии живут, и потом, оп, один такой завернул налево и изменил. Чуть-чуть метафору там привести. Поэтому важно профилактировать все маленькие проблемки, которые кажутся какой-то ерундой, но как раз-таки, когда они копятся, это все в большой снежный ком, и потом уже распутать очень тяжело. Вот, например, солнце. Такое восходит, все такое солнечное, яркое, красивое. Особенно, если еще и летняя пора идет. Даже когда солнце маленько заходит, все равно тепло. Ночью погулять можно в футболке. Когда приходит осень, зима, сразу день короткий становится. Ну, представьте, что день световой – это как вот добрые отношения, а ночь – это как наоборот. И вроде бы много ночи становится, и вот такой период длится. Но так же, как зима сменяется весной, а потом летом, так же и эмоции плохие, непонимание сменяется пониманием. Поэтому, кстати, я очень даже за психологов. Я не знаю, есть ли здесь такой вопрос про психологов. У нас, если что, нет психолога семейного. Мы оба понимаем, что важно разговаривать, мы оба понимаем, что важно решать конфликты еще вот на ранней стадии, да? Мне кажется, терпение – это в любой сфере, что отношения, что свои дела, что спорт, здоровье, стремление хоть к чему. Терпение – это вообще основа. И под тему психологов я задела. Я считаю, что это намного более здоровый вариант отношений, нежели ты обсуждаешь, как тебе поступить со своими подругами, а он, в свою очередь, например, со своими друзьями. И вот отличные эксперты нашлись, да, они-то откуда знают. То есть, если уж с кем-то и обсуждать отношения, то это какой-то должен быть эксперт. Причем тоже не первый попавшийся психолог, конечно же, потому что нужно почувствовать своего, нужно почувствовать, какая здесь вообще волна, какие у вас, в принципе, в отношениях. Мы говорим иногда на разных языках любви. Кстати, очень классная книга для прочтения всем парам, всем вообще, в принципе, людям. Это 5 языков любви. Замечательно будет вклад в отношения для каждого из партнеров. Просто как минимум осознание того, что, а, оказывается, не всегда то, что нравится тебе, нравится твоему партнеру. И не всегда, когда ты говоришь ему своим языком любви, да, фактически, он понимает вообще, о чем ты говоришь. Потому что мы все разные. Какой твой любимый фильм, какой у Саши? Ой, какой легкий вопрос, знаете, после развода. Мой любимый фильм никакой. Еще бы 3 года назад я бы сказала... Дневник памяти. Просто со смыслом. Обычно это биографические фильмы, основанные на реальных событиях. Вот такая мелодрама, очень такая сентиментальная. Но сейчас я вспоминаю его как какой-то поверхностный фильм на поплакать. Ну, в какое-то время, да, это хорошо, но вот сейчас я бы точно не сказала, что это мой любимый фильм. Мне очень нравится, когда в фильме я могу чему-то научиться, какому-то качеству. Бывает даже фильм вроде бы там про какого-нибудь там бандита. Вот из последних мне безумно понравился фильм «Брайан Бэнкс». Фильм «Непокоренный». Но ты понимаешь, он все время слово держит. И вот это качество ты впитываешь от этого бандита. Несмотря ни на что. «Побег из Шоушенка», «1+1». Я сейчас много могу перечислить, на самом деле прямо одного, наверное, нет. Саша, ну точно. Прям 100% это «Гарри Поттер». О, я знаю, «Гарри Поттер», конечно, «Гарри Поттер». Но это можно сказать фильм, это же целая... как это называется, сага. Гарри Поттер мне нравится исключительно за его атмосферу. Просто настолько качественно и уютно сделать несколько фильмов подряд, чтобы это не потеряло своего волшебства. Это гениально. Мне кажется, это гениально. Особенно я люблю прямо пересматривать серию за серией, точнее, фильм за фильмом во время Нового года. Вот когда у меня сессия раньше была в университете, да и сейчас просто там на Рождество печеньки ты там стряпаешь и ставишь Гарри Поттера. Боже мой, это просто волшебство в реальной жизни. Мой я назову «Огнеупорный». Он как раз про отношения, про то, когда все уже было на грани разрыва, как даже один человек в семье может сделать так, чтобы снова все было круто. У Дениса фильм, может быть, он постоянно, по крайней мере, меня просит его посмотреть. Это «Ип Ман». Мы его уже смотрели, просто ему хочется пересмотреть. Пусть будет «Огнеупорный». Навряд ли Саша отгадает. Но и тоже этот фильм очень понравился. Сложно ли осчастливить твою жену? Сложно ли осчастливить твоего мужа? Осчастливить всегда, с одной стороны, просто, с другой стороны, сложно. Потому что все самое крутое, оно почти всегда совершенно нематериальное, но оно почти всегда требует времени. Может быть, я сейчас, конечно, цепляюсь немного, но мне в целом не нравится, как стоит вопрос. Понятно, что вот никакие там подарки, там деньги, они счастливее не делают. Осчастливить другого человека. А вот все нематериальное, твое личное время, твое внимание, твое желание помочь. И в этом, возможно, и есть проблема вообще людей в отношениях, что они ждут счастья от партнера. Но это всегда старание. И чем обычно дольше отношения длятся, тем
тяжелее находить поводы, во-первых, радоваться, когда для тебя, вот для меня Саша старается, я для нее, потому что, опять же, это как тирамису маленько приедается. Ты меня не делаешь счастливой, почему ты меня не понимаешь, ты меня не любишь, вот откуда все это? Мне кажется, если человек наполненный, если человек сам в себя вкладывает и может себя счастливить, это и есть лучшее вообще вложение в отношения, потому что два наполненных и два счастливых человека, но не потому что их кто-то сделал счастливыми, да, а потому что они самодостаточные в этом плане, и вот союз из таких людей — это самый лучший союз. Конечно, вот в начале, когда там первые 3 месяца, прям там себя в грудь бьешь, там куда-то там тащишь там на крышу, там в горы и так далее, потому что внутри там все за тебя это гормоны делают, эндорфины разные, а потом это уже осознанный выбор, и мы с Сашей делаем такой выбор в пользу наших отношениях, и я очень счастлив. И вообще вот эта фраза, знаете, «моя вторая половинка», она, конечно, такая сентиментальная и романтичная, но в корне неправильная. То есть она закладывает в тебе уверенность в том, что ты есть неполноценный сам по себе. А это не совсем так, это вообще не так. Мне кажется, важно закладывать, что ты сам с собой тоже счастлив, да, ты там не страдаешь, когда ты становишься один, тебе хорошо с самим собой. Не так это работает, что вы становитесь созависимыми, да. Ты счастлив только тогда, когда рядом с тобой этот человек. Ну, я не знаю, поймите меня сейчас правильно. Конечно, я счастлива, когда рядом со мной Денис, и я скучаю, когда, например, его рядом нет, но я сейчас немножко про другое. Я, в принципе, про ощущение самого себя, когда ты один и когда у тебя есть партнер. И очень, кстати, такая частая проблема девушек, которые хотят выйти замуж. Они переживают, думают, что да когда же там, когда мой принц найдется, когда я встречу, когда меня возьмут замуж. Мне кажется, хуже всего вообще об этом думать и на этом зацикливаться. Куда важнее вкладывать в себя, развиваться, наполняться, быть таким вот энергетически наполненным человеком, что к тебе и так потянутся, у тебя таких вопросов не возникнет. Ну, а если более поверхностно взглянуть на этот вопрос, да, как осчастливить мужа, как, типа, его порадовать, я бы так сказала, то вообще любыми знаками внимания, например, записочки, которые я могу мило оставить, там, ноутбук открывает, там, записочка ему ждет, хорошего тебе дня. То есть, казалось бы, я потратила 20 секунд на это, а человек улыбается, думает, что обо мне помнят, и вот какая-то романтика из отношений не уходит. Сделать чашку чая вечером, когда тебя об этом не просили, ты сделал и молча поставил. Да? Бывают ли разные взгляды на воспитание Евы? Как вы решаете спорный вопрос? Очень интересный, кстати, вопрос. Ну, в целом, я абсолютно Саше доверяю по воспитанию. Но я не припоминаю прямо разных противоречащих друг другу взглядов на воспитание. Если грудное вскармливание, хоть сколько, пока сама Ева есть, хоть сколько. Я даже вот в эти вопросы не углубляюсь, у меня полное доверие. Наверное, потому что я начала изучать вопрос воспитания еще будучи беременной и делилась всем, что я узнаю, с Денисом. Более того, мы вместе даже несколько книг слушали с ним. Мы как-то тоже выделили своих гуру в этом отношении. Я не раз вам советовала книги Людмилы Петрановской. Если что-то одно, например, выделить, я бы выделила этого автора. И в целом я все, что узнавала, совсем делилась с Денисом, и он это как-то плюс-минус принимал и был согласен. Где-то, если и пересекается, то, наверное, я больше за максимальную свободу. Кстати, знаете что? Например, я вижу, мне кажется, что, например, со мной Ева лучше ест. Почему? Да потому что я, например, ее не сажу там в кресло. Что меня удивляет и радует. В детской или там с ложечки так вот не делаю постоянно. Иногда я какую-нибудь информацию, например, прочитала, да, узнала, как с точки зрения психики детей, как лучше поступить, как вот мотивировать ребенка что-то сделать. Я это из книги прочитала. А на деле вижу, как Денис сам это придумал. Он как будто логично понимает, как нужно сделать, не прочитав даже книгу, например. А я просто там, наоборот, ему какой-то, знаете, какие-то психологические методы примите. Например, взять там тарелку и там так отвернуться и есть там. Ей любопытно становится. Я говорю, что хочешь? Она такая, ну, что? Говорю, не дам тебе. Приведу банальный пример. Одна из частых проблем, как накормить ребенка, как засунуть в него, типа, брокколи, например. Мамы, бабушки по-разному пытаются подойти к этому вопросу. Там, ложку за маму, ложку за папу. А давай мультик поставим, и в это время я тебе запихну несколько ложек в рот. Это вообще неосознанный подход к пище. Ребенок не понимает, что в него засовывают, почему, как. И тут немножко с другого ракурса нужно идти. Наоборот, заинтересовать ребенка едой. Как бы не даешь, а вы знаете, все запретное, оно хочется. И она там, наоборот, уже тянется. Такой, ну, блин, ну, не знаю, давать тебе, не давать. И она такая, уже лапки свои тянет. То есть не впихивать ему, а сначала самому с удовольствием есть, например. Даешь, и она сразу съедает. Такой, Понимаете, да, вот такой пример. И так в любых вопросах. Это вот я в формате еды рассказал. Конечно, у нас еще все впереди. Еве всего лишь 1.5 года. И, наверное, самое интересное нас еще ждет. Просто там купить все игрушки в магазине, когда с ребенком идешь. Но мне кажется, этому тоже нужно обучать заранее. Объяснять ценность денег некоторыми
методики основаны на том, что ты даешь ребенку карманные деньги, чтобы он сам принимал решение, какую игрушку покупать, чуть ли не в 4 там года. Ну и дальше, мне кажется, тоже буду за свободу. То есть ты даешь понять, что мама и папа — это не какой-то раздутый кошелек, и типа, я просто не хочу тебе сегодня покупать игрушку. Нет. Пусть пробует, потому что... Есть статистика, она говорит, что если мы что-то прям запрещаем, говорим «не надо», то это сильнее хочется попробовать, потому что ребенок особенно, или там подросток, он думает, блин, ну раз это запрещают, значит, в этом что-то есть, там, ну, что-то прикольное. А то, что вот у меня есть 1000 рублей на неделю, например, на доп. Расходы. Хочешь, потрать сейчас всю 1000, а хочешь, растяни на неделю, ну или там на месяц, у кого какие суммы. То есть, чтобы ребенок сам принимал решение, он сам чувствовал ценность той или иной игрушки и давать ошибаться, и давать разочаровываться. Но это будет его опыт, и самое главное, он будет понимать, зачем все это делать. Не потому, что родитель злой, и он не разрешает, а просто потому, что нельзя купить все на свете, очень долго я говорю, мне кажется, кто принял решение быть Денису на родах и почему? Я даже не знаю, либо я первый высказался, что вообще так можно ли, я бы вот хотел. Ну, мне кажется, такие решения принимать должен только мужчина, то есть я не могла сказать, Денис, ты будешь на родах, ок? А нет, ок, это факт. Либо Саша сказала, может быть, даже осторожно, ты не хотел бы? Потому что это все-таки... Не просто поход в кино. Но я никогда по-другому и не думал. Мне хотелось, если это возможно. То есть решение было не вот таким вот просто в день родов. А, пойду-ка я слушаю с тобой. Нет, он прекрасно понимал, что это, как его, чего ему ждать. Сейчас в России, насколько понимаю, почти всегда это возможно. И у нас было несколько встреч с доулой заранее. Я счастлив, что там был, помогал супруге. Где нас готовили к этому дню, к тому, что может делать Денис, как он может помогать. Все это видел, как она старалась. Ох, это прям... Такой счастливый день. И вообще ценность, наверное, вот этого присутствия, да, то есть не просто же какой-то это фетиш, у меня муж был на родах. Нет, ну в чем ценность тогда, в чем смысл? Денис хотел видеть, как рождается его ребенок. То есть не просто увидеть сверточек уже такой чистенький, красивенький, и я такая счастливая на кушеточке. Нет, а пройти вместе с женой вот эти все этапы, прочувствовать, и еще больше ценить. Не смотрите фильмы, где это прям капец, там, очень сложно. Да, это сложно, но это такое, знаете, приятная сложность, вот, смотря на Сашу. Но я не скажу, что это подходит всем. Бывают очень чувствительные мужчины, это вполне нормально, это нужно давать решение такое принимать именно мужчине, взвешенно, не манипулируя. И даже если женщине очень хочется, да, ну, то есть достаточно выразить свое желание, а дальше уже должен принимать все-таки решение мужчина. Она когда понимает, что она прям сейчас старается для того, чтобы помочь Еве выйти в этот свет, то любые сложности, они сразу становятся менее сложными, более приятными. Иначе для кого-то это может быть действительно травмой быть на всю жизнь. Саша вспоминает эти ощущения и говорит, прям классно было, прям хочет еще через это пройти. Я бы в таком случае, если бы мне хотелось, например, чтобы со мной на родах кто-то был, и мой муж был бы, ну не то что против, он не горел бы желанием, я бы тогда пригласила на свои роды доулу. То есть чтобы со мной была какая-то поддержка, не медперсонала, потому что медперсонал, я бы не сказала, что особую поддержку оказывает, ну смотря где, когда. Кто там звонит, до свидания. А нет, я отвечу. Да, слушаю. Но все-таки, чтобы со мной был кто-то, кто мой, да, мой человек, который меня поддержит, который меня знает, поможет, кстати, да, физически тоже Денис мне помогал массажем, например, вот доула может делать то же самое. Какая разница в возрасте между детьми, по-вашему, лучше всего? Ну, здесь, я думаю, мы солидарны, это примерно 3-4 года. Мне кажется, лучше всего тогда, когда комфортнее родителям. То есть, если родители убеждены, что 3 года разница это супер, и вот они выждали, когда ребенку одному 3, и давай теперь делать, а они не хотят, но надо, потому что 3 это идеальная разница в возрасте. Ну, типа, это не очень здоровый вариант развития событий. Сейчас, например, Саша пока еще там кормит, например, Еву. Ну, не нужно ее прям специально отрывать от этого. Лучше уж будет у них разница, не знаю, 20 лет, но это будет желанный счастливый ребенок и счастливые родители. А больше 3-4 лет это уже какой-то, наверное, разрыв побольше. Тоже это неплохо, не фатально. Но если мы возьмем ситуацию, допустим, мы всегда счастливые родители, да, то, наверное... Года 3 как раз таки, да, может быть 2,5. Потому что вот есть вариант погодок, вот для меня это вообще очень такой вот вариант сомнительный. Сложный, наверное, сложный. Во-первых, женщина после родов только спустя 2 года полностью восстанавливается. Кости встают дольше всего на место, и это даже незаметно уже, но это происходит. Для меня было бы в идеале все-таки... не раньше 2,5 лет. Вот ребеночку 2,5 года, и тогда можно задумываться, например, о второй беременности. Так вот уж сложилось, что у детей больше привязки к другу, если у них разница не больше 4 лет. И то вот эта разница, опять же, только исходя из здоровья мамы, я вот так вот сейчас рассматриваю, потому что если брать, например, первого ребенка и
третьего, у них разница в возрасте, например, 7 лет, ну, тоже в этом ничего страшного. Относительно их интересов, конечно, они будут разные. Конечно, они будут не в одной песочнице играть, но, опять же, когда они уже вырастут, и эта разница сотрется, они тоже смогут нормально поддерживать отношения. Поэтому, ну вот, начнем работать через, получается, месяцев 10. Над вторым ребенком? Короче говоря, нет у меня никаких стереотипов на эту тему, нет никаких правил, но минимум 2,5 года. Просто для здоровья мамы. Как любите проводить время вместе? Мы ходим на свидания, когда у нас мама может посмотреть за девочкой, мы ходим на свидания, чаще всего это может быть утро. Погулять просто, вот сегодня ходили, просто погуляли, держать за ручку. Когда мы идем в какую-нибудь кофейню, берем там кофеек, круассанчики и начинаем играть в виселицу или в Алис. Помните, да, эту игру, когда нужно объяснять слова? Часто начинаем, например, прогулку, зайти в какую-нибудь кофейню, там посидеть, сыграть в игру, типа виселицы. Или мы планируем ближайший год, там, в плане каких-то путешествий. Вот. Просто обсуждаем какие-то ближайшие мероприятия, делимся. Иногда что-нибудь мы там планируем. Любим смотреть фильмы по вечерам. В Екатеринбурге мы очень редко смотрим фильмы, вот в путешествиях у нас прям какая-то романтика фильмовая. А вообще, знаете, нам нравится какой-нибудь экстрим, в плане там на каком-нибудь аквапарке там покататься вместе. То есть, когда это вот вместе делаешь, еще эмоции там сильные. Мы по вечерам не в телефонах, нигде, либо еще, там, если нет еды, то я не готовлю, мы что-нибудь либо заказываем, либо вместе придумываем, но время уделяем лучше фильму. Куда-нибудь там летишь, еще и на одном там каком-нибудь круге там надувном. А буквально вчера мы попробовали с ним впервые петь в караоке, именно, знаете, не в караоке, когда ты в баре в каком-то там или в ресторане, тебя все слышат, а в будке, это вообще гениальное изобретение. Вы заходите в будку вдвоем, там два стула, двое наушников, два микрофона, и вы слышите друг друга и можете петь песню. Представляете, вы берете вашу любимую песню, у нас с Денисом реально репертуар очень похожий, и поете вместе, а потом у вас еще остается запись на память. Вот это офигенно, мне прям очень нравится, это как вариант свидания, может быть. Первая черта, которая привлекла друг в друге. Ну, конечно, не привлекла, мы первое время общались именно с расстояния, не виделись вживую. Мне понравилась очень, какая Саша красотка, прям невероятная. О, это интересно. То мне понравилось, как она общается, как она очень ответственно подходит к делу. Наверное, это редкость для блогера еще, для творческого человека быть еще и в делах ответственным, рациональным и прям делать лучше, чем как бы вы договаривались. Она у меня блогером была изначально на канале по линзам Суперглазки. Умение взять ответственность за себя и за меня. Что с этим человеком я себя чувствую максимально в безопасности, максимально расслабленной. Ну, не то, что у нас какой-то мир небезопасный, только с ним я себя чувствую безопасно. Но я не знаю, как-то под крылом, что ли, под таким, как это говорится, под крышей. За каменной стеной, да, вот так это говорится. И вот то, что с расстояния можно понять. Мне нравились ее видео, какая она настоящая, прям искренняя. Видно, что у нее видео вот прям реально намного больше старается, чем обычно. А еще самое главное, наверное, что он всегда держит свое слово. Это, наверное, это качество номер один, которое я в нем ценю. И номер один, которое меня привлекло. Почему привлекло? Потому что это не повсеместно. То есть я не скажу, что каждый человек такой, и это скорее редкость. Вы бы видели, она прям сидит, прям миллисекунду каждого вырезает. Она прям один момент может раз 48 прослушать. Вот настолько твердым быть в своем слове, что если ты это говоришь, ты это точно делаешь. И там 47 раз что-то прям подрезать, прям одну там сотую секунду отрезать, чтобы больше информации осталось, и не было вот каких-то перерывков между фразами. Вот я сейчас посидел на самом деле 3 секунды, а Саша это взяла и уже вырезала. И вы не видите, как я там сижу там в носу ковыряюсь, например. Ревнуешь ли Дениса? Ну, мне кажется, мы вообще не даем друг другу повода ревновать. Мы уверены в том, что любим друг друга, и мы как-то даже нету каких-то провокаций. Нет, никогда не ревновала никому, просто потому что ни он не давал повода, ни я в себе не уверена. Ну, то есть мы не создаем друг другу таких ситуаций, когда можно переживать. Даже если так бы было, мне кажется, мы были бы уверены друг в друге. Очень часто ведь претензии к другому, потому что ты на самом деле сам в себе не особо уверен и не особо чувствуешь себя достойным, привлекательным, красивым, умным. Поэтому думаешь, что тебя, может быть, не ценят, что тебя бросят. У вас все та же любовь, что была в начале, или уже все обыденно? Ну, с одной стороны, у нас обыденно, у нас больше бытовых моментов появляется. Я бы сказала все наоборот. А с другой стороны, более какой-то зрелый, серьезный подход приходит. Сейчас у нас намного все крепче и глубже, нежели в начале. То любовь — это не просто там скрип пружин кроватных и там комплименты налево и направо на фоне там эмоций и так далее, а это больше это работа. Любовь, она как раз-таки сейчас, а в начале скорее была влюбленность, эмоции. Саша как-то рассказывала даже вроде бы либо в видео, либо в инстаграме из книги Стивена Кови «7 навыков высокоэффективных», и дальше там «Что хотите подставлять?» Есть семей, есть людей и так далее. Там он везде пример приводит о том, что любить — это глагол.
любить начать делать что-то специально. То есть, возможно, на уровне эмоций, восприятия реальности было все очень насыщено, ну, потому что человек для тебя становится центром вселенной, и ты там забываешь про свои все дела, и вот только он. Поэтому с точки зрения эмоций может показаться, становится обыденнее. С точки зрения дел, вот если даже поразмышлять, насколько каждый из нас друг другу помогает и участвует в жизни, то сейчас намного полнее и эффективнее, и полезнее, чем вначале было. Но если мы будем говорить про глубину и про любовь как раз-таки, это и есть то, что приходит только со временем. Вначале это просто было на эмоциях, там в Телеграм что-нибудь запишешь, таким томным голосом, какую-нибудь там притчу расскажешь, и на другом проводе Саша такая читает, и эмоции, радость. Сейчас уже, ну, расскажу ей притчу, она скажет, ну, прикольная притча. Ну вот, вроде бы и все, снова вывернули наши отношения наизнанку. Ответил на все вопросы, старался. Ну нет, конечно, нет, мы поделились малой частью. Ну я поделилась малой частью, не знаю, как Денис. 37 минут 40 секунд отвечаю. А потом посмотрите, сколько всего, вот все видео, наверное, будет меньше вот этого сейчас. Это значит, что Саша все почистит, все прям настроит. И будет, наверное, итоговое видео вместе с ее ответами, она еще больше болтает, там на час наболтает. Будет, наверное, минут там 30. Где-то так. И при этом вся информация, которую я сейчас сказала, она сохранится. Просто я сказал много лишнего, ну, в плане там каких-то мэ, бэ, кукареку. Я очень надеюсь, что наше видео не только было интересным, там, послушать ответы на вопросы, но и кому-то полезным. Может быть, кто-то для себя какой-то ответ услышал или как-то по-другому смотрит на ситуацию. Кстати, пишите все ваши мысли, комментарии всегда открыты. Ну, а вам, красотки, яркого дня, улыбайтесь шире, подключайтесь к марафону Саши про благодарности, это очень классное занятие. Она уже сказала, как это на нее влияет. Я скажу, как я это периодически делаю. Это реально, вот благодарность – это самое лучшее оружие, наверное, от каких-то переживаний, от страха. Потому что вы, когда благодарны, вы как бы открываетесь для мира, и вы видите, насколько мир классный. Потому что это вот если делаете подряд хотя бы 30 дней, у вас это приходит, что вроде все круто. И у вас сразу пропадает этот панцирь от мира. И вы уже не боитесь, что что-то не круто, что вы там чем-то обделены, у вас что-то не так. Век сейчас вот YouTube, особенно там Instagram, всяких TikTok'ов, легко подумать, что вы вообще жертва на этом свете. Вы такие смотрите, там кто-то на Мальдивах, кто-то там успешный блогер. А успешный блогер, это Саша, успешный блогер, ну, блин, обычный человек. То есть это не то, из-за чего стоит, например, себя сравнивать и быть несчастным. Будьте благодарны то, какой вы есть. Вы, может быть, там, если хотите быть успешным блогером, ну, может, вы станете через год, два, пять. А может быть, это вообще надуманное? Вот, ладно, закончу свою трескотню. Улыбайся, будь благодарна за то, что ты есть. Можешь видеть это видео, слышать яркого дня и настроения. И если вам нравится Денис на моем канале, то, конечно же, поддержите нас пальцем вверх. Как давно я не говорила этой фразы, типа палец вверх, там лайк поставить. Подписывайтесь на мой инстаграм, потому что там я провожу вот эти сессии вопрос-ответ. Именно твой вопрос может попасть в следующее видео. Ну и, конечно же, улыбайтесь чаще, красотки.